9 уровень. Постоялый двор. Так, открывайся. Так, что-то он не открывается. Здесь, видимо, не хватает ручки. Первый есть. Взяли ручку. Так, а квадрат туда. Тебя было просто достать цифры. Надо искать цифры. Так, а здесь надо понять, какой им цвет принадлежит. Так, вот у нас кружочек красный, квадрат зеленый. Зеленый. Так, ключ. Ключа у нас нет. Так, надо этот оставить. Нет, это вряд ли здесь. Это другая у нас была дверь. Так, ты просто так сидишь. Заберем. Наверху. Здесь берем ключ. Так, ключ у нас сюда. Седьмой. Так, походу просто так. Еще где-то три. Вот цепочкой что-то можно сделать. А, цифры. 2, 3, 5, 4. Так, 2, 3, 5, 4. И еще один. Где он может быть? Он здесь. Он здесь все-таки можно. А я думал, надо что-то. Так, все нашли. 10 уровень. Водяная мельница. Водяная мельница. Пускаем. Примагнитить. Это не хватает. Так, надо искать где-то подсказку. Вторую надо искать. Так, вот у нас подсказка. Первая, 2, 4. 1, 2, 4. Забрали. Так, вот у нас вторая. Сюда.
Так, что дальше? А, они по цветам неправильно. Понятно. Я думал, в центре надо их по цветам. Так, казалось проще. Так, вряд ли. Это сюда. Ладно, потом. Не двигайся. Нет, не подходит. А, еще что собрать надо. Что мы собрали, но ничего не работает. То есть неправильно. Правильно. А вот сюда надо было. Так, хорошо, сюда, наверное, надо какой-нибудь кружочек найти. Скорее всего, где-нибудь здесь. Ну, мы посмотрим потом. Так, кто у нас опускается? Его надо сюда. Так, седьмой. Так, здесь нам не хватает. Так, здесь что-то, по-моему, есть, нет? Боку. Не работает. Так, вот здесь у нас что-то с фонарем. Восьмой. Так, вот торчит. Девятый. Так, и осталось только вот с этим решить что-то. А вот здесь еще у нас крючок. Нам не хватало крючка. Десятый. Одиннадцатый. Замок. Крутим. Так, здесь у нас наверху. Внизу. Так, первый есть. Так, как вас отцепить? Видимо, потом. Здесь, наверное, второй меч надо поставить. Топор. Меч, топор. Нет. А, вот так вот. Топор и цепь. Хорошо. Подсказка. Так, здесь надо что-то зашвырнуть. Так, ладно, пойдем поищем, что можно зашвырнуть. Например, вот это ядро.
head. И нам что делать? Также писать надо. Уровень. Кузница. Что у нас здесь? Так, факел взяли. Так, это надо как-то рассортировать. По высоте, может. Пробуем другую сторону. Нет, видимо, не по высоте. Потом вернемся. Так, ключа у нас нет. А вот меч, копье. Так, топор, как это правильно назвать. Так, вот так. Нет. Нет, вот так. Так, взяли. Там алебарда, по-моему. А здесь у нас что? Так, нужно узнать цвет. Так, здесь надо как-то их переместить. Как их переместить? Так, ладно, вернемся потом. Нашли. Так, дальше.
Меч. Видимо, нужен меч. Будем искать. Здесь зажигаем. Так, теперь надо корм затушить. И мы выплавили меч. Правильно. Меч у нас ставится сюда. Так, можно котейку забрать. Так, и продолжаем. А, это у нас подсказка. Здесь что у нас? Пока непонятно. Здесь может быть с другой стороны. А вот у нас с другой стороны есть. Так, синенький и зеленый. А так вот здесь у нас и цвета все есть. Плохо видно. Так, квадрат синий, треугольник зеленый. Кружок оранжевый. Пятый котейка. Здесь мы пока не поняли еще, как менять это все. Здесь мы уже были. Спрятался. Так, дверь. Дверь. Нет, дверь не открывается. Так, ключик. Седьмой. Еще один щит, он как раз таки вот сюда. А этот сюда. Так, что у нас здесь? Не хватает рога. Нажал рог. А рог сюда. Восьмой. Так, что у нас здесь? Ничего не нажимается. Так, это, видимо, подсказка. Так, может, сюда надо кинжал какой-нибудь? Нет. Так, ну пока ничего не нажимается. Видимо, решение где-то в другом месте. Там вряд ли. Посмотрим еще что-нибудь снизу. Так, еще двое. Так, куда кинжал-то? Может, сюда и надо куда-нибудь? Нет, не сюда. Так, где мы еще не закончили? Так, вот здесь мы не знаем, что делать. Крутить их можно, а толку... А, вот как оно. Серьезно. Это перемещается. Это понятно. Так, тогда нам нужен квадрат. Так, как нам квадрат наверх? Треугольник. Кружочек. Пока не срабатывает. Видимо, надо везде выстроить правильно. Так, у нас только не хватит символов. Так, ладно, квадрат убираем.
Так, сюда кружочек нужен. Кружок. Так, есть еще кружки. Кружок. Так, здесь все круглое. Я, по-моему, всего два. Сколько? Раз, два, три, четыре. Нет, четыре. Так, здесь все четыре кружка. Так, здесь у нас все треугольники должны быть. Ну, как-то так. Так, хорошо, девятый взяли. Теперь у нас есть кинжал и вот эта вот головоломка. Так, может, вспороть надо. Здесь взяли ключик. Так, ключик сюда. Все понятно. И десятый.